А давайте приготовим вкусную грибную икру на зиму. Грибы можно использовать абсолютно любые, у меня опята. Опята я предварительно отварила. А как я их варила, читайте под видео в описании. Лук я обжарила на растительном масле до золотистого цвета. Далее добавила натертую морковь и обжарила до мягкости. Грибы отвариваем. Сначала их доводим до кипения, воду сливаем, хорошенько промываем, заливаем новой водой и варим 40 минут. Отварные грибы и зажарку прокручиваем через мясорубку и переливаем в кастрюлю с толстым дном. Добавляем томатную пасту, соль, черный молотый перец и перемешиваем. Тушим на среднем огне 20 минут. Далее добавляем уксус и продолжаем тушить еще 5 минут. Разливаем по стерилизованным банкам, накрываем сверху крышкой. И отправляем пастеризоваться в кастрюлю с водой на 1 час. Далее банки закатываем, переворачиваем, укутываем полотенцем и оставляем до полного остывания. Зимой баночку открываем и делаем вкусные бутерброды. Приятного аппетита!